Шалом, друзья! Сегодня 30 июня. Я хочу поделиться с вами тем словом, которое Бог вкладывает мой дух. Возможно, для кого-то это станет манной, которая сегодня утешит, ободрит и накормит. Итак, первое послание Петра, первая глава, 15 стих. Но по примеру призывающего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Знаете, читая это местописание, возникает несколько вопросов. Во-первых, первый вопрос. Что это за поступки и что это за пример, с который мы должны брать? И второй вопрос, который возникает: где это написано? Знаете, читающие эти писания, они понимают, что Петр, как апостол евреев, он ссылается на книгу Ветхого Завета Левит. Знаете, сегодня эта книга не очень популярна, но те, кто сегодня в Израиле претендует на роль священника, они читают книгу Левит, начинают читать с детства как самую первую книгу. Тора Каганим, книга Левит или воэкран на иврите. И знаете, интересный момент, что вся книга Левит, она говорит нам о святости Божьей. И буквально читая эти писания, мы можем увидеть, что очень часто Бог в этой книге говорит, будьте святы, будьте святы, будьте святы. И мы видим, что писание нас призывает быть святым во всех наших поступках. Чтобы узнать, что это за поступки, мы должны заглянуть в книгу Левит. Книга Левит. 19 глава. Я хочу с вами рассмотреть несколько поступков, которые указывают нам на святость Господа нашего. Первый стих 19 главы. И сказал Господь Моисей, говори, объявись и нам, всему обществу сынов Израилевых, скажи, будьте святы, ибо я свят, Господь Бог ваш. 11 стих. «Не крадите и не лгите, не обманывайте друг друга, не клянитесь имени моим во лжи, не бесчестите имени Бога твоего, я Господь, не обижай ближнего твоего и не грабительствуй, плата наемника не должна оставаться у тебя до утра, не злослов глухого пред слепым, не клади ничего, чтобы приткнуться ему, бойся Бога твоего, я Господь, не делай неправды в суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого по правде, суди ближнего твоего». Не ходи переносчиком в народе Твоем, и не восставай на жизнь ближнего Твоего. Я Господь. Не враждуй на брата Твоего в сердце Твоем, обличи ближнего Твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа Твоего, но люби ближнего Твоего, как самого себя. Я Господь». Интересный момент. Мы видим, что в этом послании, в этом местописании написано, что «Я Господь». И интересный момент, как бы подытаживая все перечисленные поступки, которые мы не должны делать или какие мы должны делать, в 18 стихе написано ⁇ люби ближнего как самого себя ⁇ Вы помните, в Бритхадаша в Новом Завете Ишуа он ссылается на это же местописание. Это история, которая описана в Луки, 10 глава. Вы помните историю, когда один из учителей закона, фарисей, на иврите это Прушим, отделенный, он подошел к Машеху, к Мессии, Иисусу, и спросил у него, учитель, что мне делать, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? И вы помните, Ишуа ему ответил, в законе как читаешь? как ты понимаешь этот закон. Иными словами, он говорит, что написано в Торе, что написано в Пятикнижии Моисея, что ты понял из того, что ты прочитал. И фарисей отвечает ему, возлюби Господа Бога твоему всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно, ты правильно понимаешь, так поступай и будешь жить. И мы видим, что еще говорит, так поступай. Тем самым он говорит, ты знаешь все те поступки, которые ты должен делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. И мы реально с вами начинаем понимать, что наша святость, она заключается не просто в нашем внешнем облике, не просто в том виде, который мы сегодня принимаем. Наша, наша святость, она выражается в нашей любви к ближнему, и эта любовь, она выражается через наше познание Господа. Мое отношение к ближнему, это и есть святость, если я действительно проявляю к нему любовь. Интересный момент. Социологи провели такой, э, такое исследование, и они говорят, что 10% нашего влияния, это то, что мы говорим людям, 30% нашего влияния на людей, это то, что мы делаем. И 60% нашего влияния это то, кем мы являемся на самом деле. Знаете, интересный момент. Наше влияние на ближнего на самом деле является нашей сутью. И если я понимаю, что я имею любовь к Богу, если Его любовь преображает меня изнутри, если я это понимаю, то моя любовь, она всегда будет выражаться в определенных поступках к моему ближнему. Я буду поступать к Нему так и стараться сделать для Него так чтобы действительно прославилось имя Божие, чтобы человек, которому я служу, он увидел во мне образ нашего Господа, он увидел святость Господа. И мы видим, что те поступки, о которых здесь сказано, эти поступки, которые раскрывают нам поведение и образ нашего Спасителя. Интересный момент, который сегодня, знаете, затрагивает каждого из нас. Как я могу выразить свою святость? Ишуа сказал, иди и поступай так, и будешь жить. Знаете, я сегодня Хочу помолиться вместе с вами, чтобы каждый из нас он посмотрел и проанализировал, действительно ли я сегодня являюсь тем святым человеком, и действительно ли мои поступки являются святыми поступками, которые выражают любовь к моему ближнему. Потому что моя святость к ближнему, она выражается в моих поступках и в моем отношении к нему. Не просто от того, что я говорю, и даже не просто от того, что я делаю, а действительно ли я являюсь тем святым человеком, действительно ли я преображен его благодатью? И действительно ли я являюсь посланником от имени Господа в жизни тех людей, которых Господь доверяет мне? Знаете, если сегодня наша святость, она не является сущностью нашего сердца, сущностью нашего характера, люди быстро распознают фальшивку. Люди очень чувствуют это. И поэтому часто наши слова и даже наши дела не всегда достигают целей, которые мы ставим. Но если это, эти, эти дела и эти поступки, и наше поведение, оно является следствием того, что я провожу время с Господом, следствием того, что я провожу время в Его присутствии, следствием того, что я преображен Его благодатью, тогда мое отношение ближнему будет выражаться в моей любви которая будет проистекать из того что я знаю своего спасителя я хочу сегодня помолиться с вами чтобы сегодня каждый из нас заглянул в свой сердце и посмотрел господь действительно ли я являюсь тем святым который который несет послание о любви к ближнему. Действительно ли я во всех своих поступках похож на тебя? Действительно ли твой пример он вдохновляет меня и зажигает меня? Действительно ли я всем крепостью, всем сердцем, всем разумением стремлюсь полюбить тебя и полюбить того ближнего, который находится рядом со мною? Давайте вместе с вами помолимся. Дорогой Отец Небесный, во имя Меш Ишуа Мессии я прошу тебя, Прикосни сегодня Твоим духом к моему сердцу и покажи мне, Господь, твой взгляд на состояние моего сердца. Действительно ли я сегодня являюсь тем святым человеком, для которого ты являешься примером? Действительно ли я сегодня люблю тебя, и действительно ли моя любовь выражается в моем отношении к ближнему? Помоги мне, Господь, сегодня проявлять любовь к тем людям, которые находятся рядом со мной. Помоги мне сегодня быть тем святым, который, преображаясь твой образ, несет послание любви к людям, которых Ты присылаешь в нашей жизни. Дай мудрости, Господь, и дай твоего состояния сердца, чтобы через то, что я делаю для своего ближнего, Господь, люди видели Твой образ, образ святого Бога, образ отделенного Иисуса, который принес спасение на эту землю, Господь. Я прошу, благослови и открой наши сердца, чтобы мы во всех своих поступках проявляли Тебя, чтобы мы во всех своих поступках прославляли Имя Твое, и чтобы через то, что мы делаем на этой земле, вся слава доставалась Тебе. Во имя Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила, e glória a amém